Садика Продакшн Студио. Да, вот эти четыре строчки теперь мне спой дикционно, отчетливо, да? Ты вот как-то поешь, так... Я хочу для тебя быть светом. То есть ты возьми, откройся более светло, светом, да? Слово светом. Я хочу для тебя быть светом, ветром теплым вечерней зарею, зверем верным, что с каждым рассветом ждать готов за твоей спиною. Я хочу для тебя быть другом, самым верным и самым любимым. Я хочу быть ласкающим звуком для души твоей неповторимой. Сильнее рот раскрой. Понимаешь? Сильнее рот раскрой. Неповторимой. Понимаешь? То есть, вот ты... Вот так вот это протянуло, да, приготовила, выход на припев сделала, и припев пошел такой же, да, и еще ярче. Вот это нужно сделать. А ты, да, и все равно не даешь себе возможности вот улететь, чтобы этот звук улетел, понимаешь? Сделай ты, пожалуйста. Звуком для души твоей неповторима. Нет, сильнее открой рот, сильнее. Что сильнее? Неповторима. Мне не хватает, мне не хватает этого. Нет. Неповторимо. Да, это ты сейчас сделала без музыки. Но больше не раскрывается. Нет, раз вот сейчас ты хорошо раскрыла. Только сейчас, когда я фонограмму включу, с фонограммы тебе будет интереснее. Давай, сейчас ты акапелла спела, не хватает все равно. Твоей спиной. Твоей спиной. Я же тебе говорю. Я твоей. Нет, твоей Юты спела. Да готов за твоей спиной. За твоей спиной. За твоей спиною. За твоей спиной. Да готов за твоей спиной. Причем твоей спиною, прям соедини. За твоей ю не надо петь. За твоей спиною. Поехали. Я хочу для тебя быть другом, самым верным и самым любимым. Я хочу быть ласкающим звуком для души твоей неповторимой. Понимаешь, мечтой неизменной. Посмотри, для того, чтобы неповторимая, ты вздохла в конце. Вот так ты сделала. Ты должна до конца дотянуть и снять. Для души твоей...